по игре результатом я доволен. Вот, а самой игрой, конечно, хотелось бы получше, более конкретно играть. Вот. Было много брака именно в простых потерях, в простых ситуациях. Спешка была. Я требую играть быстро, но быстро это не говорит о том, что надо спешить. Вот. Ну, такие игры бывают. Такие игры бывают. И важно, что даже, может, не показав самые свои хорошие игры, мы победили, я считаю, хорошую команду, которая не просто так претендует на четвертое место. В целом все. Ваши вопросы? Сегодня в заявке не было Ушинковича. В чем причина? Он получил травму в игре с Ислычем. И сейчас восстанавливается. А насколько серьезно повреждение Сачивков? Сейчас будем смотреть, но я думаю, что в сборную ему сложно будет. Это же сразу нельзя дать диагноз. Ну, вроде как повреждение колена. Ну, посмотрим. Пока еще не хочу ничего загадывать, потому что сейчас есть время, у нас есть 2 недели на подготовку, на восстановление. Я думаю, что надеюсь, что к следующему матчу оба будут уже готовы. А как идет процесс восстановления Никича? Он уже тренируется, уже начинает, пока по индивидуальной программе, но тоже ждем. Но понятно, что ему будет сложно набрать кондиции к оставшимся 2 матчам. Оптимальные кондиции.